Я прилетела в США. Нижегородка Юлия Слобогузова, журналист и сценарист, пишет книги, но в последние месяцы ей пришлось сменить род деятельности. Юлия прилетела в Америку 11 марта по туристической визе. Оставаться надолго не собиралась, но границы закрыли. Когда мне пришла смс-ка от Министерства иностранных дел о том, что готовится вывозной рейс, я бы хотела на этот рейс попасть, но я не смогла дозвониться по прямым линиям. И я подумала, что, может быть, так и надо. И я осталась здесь, и я не жалею об этом. Последние недели Юлия живет в доме своей знакомой, работника ресторанной сферы. Женщина временно осталась без работы. Вместе с Юлией они решили заняться пошивом медицинских масок. Сейчас средства личной защиты крайне необходимы местным медикам. И мы шьем эти маски. Мы их шьем, ну, много. И, в общем, у нас их покупают. И это довольно интересный бизнес. Я немного удивлена, что здесь никто больше этим не занимается. Может быть, здесь просто не очень принят ручной труд. Юлия живет в деревне под Чикаго, штат Иллинойс. По данным на 24 апреля, в Иллинойсе официально зафиксировано почти 37 тысяч заболевших COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса – 1688 человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления пока нет. Я живу в доме своих друзей, и что они сделали первым делом? Они купили грузовик продуктов и оружие. То есть в доме реально есть несколько единиц огнестрельного оружия. Здесь так принято, в любой непонятной ситуации, покупая оружие и продукты. Люди держатся друг от друга подальше, и даже вот в этой деревне, когда я выхожу погулять, если кто-то из соседей идет мне навстречу, или они, или я, мы переходим на другую сторону улицы. Сейчас, по словам Юлии, несмотря на сложную обстановку, паники среди людей нет, особенно в ее уединенной деревне. Первое время, когда ввели карантин, народ паниковал, и была какая-то паника. Люди скупали в магазинах все подряд, там, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства и так далее. Насколько я могу судить, сейчас ничего этого нет, и люди, как мне кажется, они просто уже устали от этого карантина. Юлия старается думать позитивно, занимается пошивом масок, ежедневно выходит на связь с родными из России и надеется, что пандемия коронавируса вскоре закончится. Екатерина Васильева, Время новостей.